Необычную акцию «Поздравь любимого учителя» организовал молодежный центр «Горком 35». В ней приняли участие несколько сотен волокжан. Подробности смотрите в материале Алены Закатаевой. Здоровья и счастья. Здоровья и счастья, чтобы она у нас всегда была такая красивая, внимательная, да? Чтоб вам много знаний дала. Только самые добрые и теплые пожелания своим учителям писали волокжане на бумажных ладошках. Их раздавали менеджеры молодежного центра «Горком 35». Принять участие в акции смогли все желающие. Все поздравления, обещают организаторы акций, дойдут до адресатов. Вот на такой ладошке человек может написать поздравление и прикрепить на информационный баннер. А мы, в свою очередь, обязуемся доставить вот это поздравление в качестве открытки адресату. Обязательное условие – указать школу, в которой работал или работает учитель. Такие необычные душевные акции уже прошли в нескольких районах города и везде имели огромный успех. Волокжане желали своим учителям терпения и благодарили за их нужную и сложную работу. Благодарность, во-первых, за то, что меня выучили, дали дорогу, дальнейший путь. Сейчас уже с Горкомом. И любовь, конечно, что дали. Тоже добрые учителя были у меня. Хорошие. Доставкой поздравительных ладошек займутся молодежные активы «Горком 35», расположенные в районах. Именно они разнесут по школам поздравления волокжан. Алена Закатаева, Максим Тышковец, Вологда Портал.